Ну что, всем, кто только подключился, и тем, кто ушел, обновляйте трансляции. Мы переключаемся на следующий сезон Major All Stars. У нас сетка лузеров, и это финал лузеров. Команда Asus Polar, команда СНГ, команда из России играет против команды NIP. Шведский коллектив, известный европейский коллектив, за который играет наиболее известный персонаж данного коллектива Эра. Сейчас нам... Как бы мы ни старались, не удалось пропустить First Blood в данном матче. Матч играется в формате Best of 3. Только что сделали фраг на сложной линии для команды NIP, и вот вам отличное начало от Asus Polar. Данный коллектив вчера уступил команде Империя. В битве Виннеров проиграл. Империя уже ждет своего оппонента будущего в гранд-финале, и с NIP будут сражаться Asus Polar за выход в этот самый гранд-финал. NIP, в свою очередь, отправили в никуда команду Power Rangers. Давайте сразу пройдемся по лайнам, разберемся, кто на ком играет. Так, у нас здесь Иллидана поймали. Выход у нас от Хенскина и Лимп вместе с Ченом разбирает у нас Иллидана. 1-1 становится счет. По... Также у нас по хп очень сильно на топе проседает Клокверк. Нельзя его ударить через Battery Assault, просто не подпускает к себе. Фобос по факту остается здесь ни с чем. Кто здесь ему на помощь? На помощь ему Лил, который играет на Скаре с маги. Мы только переключились, пока еще не успели ворваться на пик. Ну, теперь давайте, пока игра немножко устаканилась, перейдем на обзор лайнов. Здесь у Asus Polar пока что бездействует Ancient Operation. На сложной линии по своему обыкновению стоит Маг. На миде стоит Иллидан. Это очень забавное решение от команды Asus Polar. И на легкой линии для команды Asus Polar разместился Лил на Скаре с маги. И Фобос у нас отыгрывает на Аксе. Со стороны команды NIP... Клокверк в сложной стоит, на миде Лимп на Вайпере, который загоняет Клинца, и это уже становится очевидно. Хенскин на Чене находится в лесу, здесь у нас Силкит на Вич-Докторе, и Эра фармит на Тине в легкой. Эре пока что не особенно мешает Маг, хотя видим, что разгон Маг получил, и разгон именно на Эру. Если на реке его поймает, то, в принципе, можно и разбирать. Но подходить никто сейчас не будет. Значит, маг вовремя должен остановиться. Да, маг останавливается и отправляется фармить свою линию. И Эра сейчас будет заходить ему в спину. В принципе, маг контролит нормально все происходящее. Где у нас аппараты развалили? Здесь развалили аппараты. Сделал это Клокверк. Где наш красавчик Клок? Клок находится на руне. 450 на руках у нас у Клокверка. На данный момент имеется Boots of Speed. Есть у него Stout Shield. У Фобоса, который играет на Аксе, уже есть Транквил. И есть также Stout Shield. Выход будет в Вангуард. Если, конечно, будет. Но, с другой стороны, почему... Почему бы и нет? Гримзон Гвард данному персонажу более чем полезен. Клинц у нас здесь. Бегает от Торнадо, который организовал... Этот неприятный парень. Под инвизом заходит у нас Эра. И будет попытка забрать Иллидана. Да, проюзали просветку. Но тут и без просветки, в принципе, Иллидан умирал. Но Иллидан очень мягкий персонаж для мида. Клинц нереально мягкий. Как стоять против Вайпера, у которого коррозив скин имеется, у которого Poison Attack в макшен, мне не особенно понятно. Ну, видимо, Иллидан уже своей игрой показал, что что-то не так по лайнам. Как-то надо менять ситуацию, потому что до чего так можно достояться? Я думаю, скорее до инфаркта со стороны Иллидана. У Иллидана есть Rise Band, есть Bottle. Вообще, само по себе решение Клинца на миде вызывает много вопросов. Ну, разумеется, это эксперимент, но, по-моему, эксперимент не сработал. Ну что, у нас зацепили Лимпа. Наконец-то будет ответка от Иллидана. Еще один удар от Иллидана нужно. Слоуграунда, да, Иллидан забирает этот фраг. И хорошо очень, что не Ли украл его. А хоть как-то Иллидан смог ответить за всю ту боль, которую Вайпер ему причинил на лайне. Здесь у нас Фобос агрит на себя Клока. Нельзя дать проюзать ему Коги или Battery Assault. Клок уходит на...
половине хп отсюда. Это значит, что надо туда-сюда обузить курицу и стараться какую-то хилку покупать. Опять же, лишние деньги тратить. Пытался он Фобоса поймать на когах. Поймал. Разумеется, Фобос опытный игрок и на такую ерунду вестись не должен. Ну что, у нас маг на сложной. 505 уже имеет по голде. У Акса после Транквил Бутсов и после Ring of Hells. Еще 820 на руках. У Акса практически собранный Вангвард. Это будет на 7-й минуте, а это слишком быстро, по-моему, для... Даже для Акса у мага мы видели, ничего пока интересного нет. Куда у нас направился маг? Маг у нас направился на Чена. Пришел Чен убивать Иллидана и сам здесь умер. Лимп тоже, скорее всего, по горбу нахватается. Лимп еще один удар. И Скарис маг забирает у нас лимпа. Силкит здесь бросает каски. И какие же, черт их дери, сумасшедшие каски у Силкида. Очень близко стояли игроки команды Asus Polar и очень жестко развалило их одними касками. Там дальше я даже не буду смотреть, кто эти фраги забирал. Все дело в том, что они стояли на месте на протяжении нереально долгого времени. Как так получилось, почему не доконтролили этот момент, это уже не мое дело. Разбираться будет команда Asus Polar. Ну, слив втроем на ровном месте, это, конечно, проблема. Хотя Вайпера забрали, и то хорошо. Третий раз погибает у нас Иллидан на миде. Лимп пока что 2-2-2 идет. Ровненький КДА, можно так сказать. Что у Иллидана? У Иллидана негрейженный тапок, у Иллидана Ring of Aquila. У него ботл. Он просто ходит и контролит руны. Пока что ничего, кстати, он не контролит. Эра тоже у нас на опыте. Просто бросил левеланж под руну и забрал руну в банку. Иллидан... Немножко здесь не доработал. Ну что, у нас погоня за Эрой. Эвеланж не восстановится, но почему-то маг решил не нападать. С другой стороны, можно было и через тостом попытаться разобраться под собственным тауэром. А то, что Эра сюда добежал бы, у меня сомнений нет. Что у нас здесь? У нас готовится выход от Ancient Operation. Надо агрить на себя Фобосу маленького противного клокверка. Тем временем Клинс у нас забирает Чена, уходит в лес... Просветка пошла у нас в Иллидана. Иллидан здесь, скорее всего, под крипов попадает. Да, ловит сетку, клэп. Также стан от Кентавра. Еще и тост туда Вайпера. Вайпер падает на голову маленькому беззащитному клинцу, рассыпает его на куски. Чужой Вайпер своему клинцу. Конечно же, мы топим за Asus Polar. Тут быть беспристрастным в данном матче нельзя. Будем обсуждать, стараться максимально объективно. Ну, от субъективизма тут никак не избавиться, потому что... Команда СНГшная, команда более близка нам, чем какие-то там ниндзя в пижамах. Шведский коллектив, крутой шведский коллектив, который совсем недавно собран был, и Эра стал во главе этого коллектива. А Эра известен всем по выступлениям за коллектив Fnatic. Те самые, по-моему, хонеры, если не ошибаюсь, которые перешли в доту и на европейской сцене выступали невероятно уверенно. Так, давайте по крипстату посмотрим. Акс всех вообще наклонил и даже не обращает внимания. Акс 65 на 27 имеет у нас Фобос. У него, скорее всего, первый нетворс. Нет, не первый. Здесь есть, черт возьми, Эра, у которого 3-0-4 счет и 2-400 на руках у Эры. Еще и контролит постоянно руны. Как-то пропирает Тиника на руны невероятным образом. Здесь у нас забирают, наконец-то... Клокверка, потому что как-то он немножко закушался уже в чужом лесу, еще и на уровне Т2, но это перебор полный. Клока наказывают, причем наказывают саппорты, делает это Скайрес Маг и помогает Скайрес Магу это сделать кто-то еще. Кто это был? Это был Ancient Operation. Счет 9-6, NIP пока что впереди, но это опять же пока что. Пока не вывезут свои артефакты такие ребята, как Клинс, поговорить о каком-то переломном моменте не имеет смысла. Но с другой стороны, здесь есть Эра, у которой... А у Эры появляется Дагер. Эра не идет в Аганим. Эра на раскаст нацелен. 9-й левел уже у Эры. Максимальный эвеланж, максимальный тос. В принципе, понятно, гроув все-таки вкачан в один. У... Что у... Еще у каких героев есть у команды NIP? Хэнскин уже имеет хедреску. Есть у него баклер и немного остается до мейки. Немного это рецепт без 150, который у него на руках.
Так, у Силкида как дела? Вот и Акс, собственно, Фобос доформился, втроем вышли на него. И разбирают у нас Акса на топе. 10-6 становится счет. Тиник начинает крутейший экшен по всей карте. Эра насобирал себе на Блинкдаггер и отправился на топ. Наказал Фобоса, который стоял, фармил, казалось бы, никого не трогал. Ну, в доте никто тебя не спрашивает, чем ты занимался последнее время. Мак у нас ловит Вайпер Страйк и отсюда не уходит. Классно контролит Хейнскин. Один за другим кентавры раздают станы. Подождал немножко, топнул, подождал, топнул. И еще и своим мобом всем добил. Добил у нас мага. Кстати, Хейнскин, по-моему, он вчера и уничтожил команду Power Rangers. Игра на Чене просто крутейшая. Какие там аки. Какие пупеи. Новый тренд. Хейнскин из команды NIP. На Чене отыгрывал просто крутейшим образом. Постоянно у него то ли везло, то ли как-то он это делал. Ну, так часто вести не может. Но постоянно были необходимые мобы. Станы, сетки, замедление, аура. Регена, шоквейв. Все, короче говоря, что надо было, у него было. Еще и волки рядом где-то бегали. Короче, с руки NIP наваливали ПРом по пятое число. Давайте по артефактам пробежимся. Что у нас? Почему у нас выключился крипстат? Вернем. Фобос отправляется в лес. У него 1600 на руках после вангуарда. Остается 500 с лишним до появления. До появления, конечно же, даггера. Дабл стак здесь делается для Фобоса. Фобос из леса, я думаю, до появления даггера не выйдет. Совсем немного ему осталось. Так, у кого еще что нас интересует? У мага Урнаста аутшилд, обычный тапок. Вот куда приводят мечты. Иллидан стал на мид. Иллидан, я так понимаю, думал, что сможет с вайпером хоть что-то сделать. По факту ничего сделать не получилось. И это не оркид на 14 минуте. Это обычный медальон. Такого у клинца быть не должно. Но мы понимаем прекрасно, что 5 смертей не могут о себе не дать знать. Так что клинц у нас немножко бомжует. И это действительно ощутимый удар по уровню игры команды Asus Polar. Так, у нас рассыпается здесь аппарат. Аппарат перед смертью дает ульту. Hand of God проюзала команда NIP. Маг здесь тоже застреет между крипами. Ну, мага Тини решил забрать себе. Даблкил у нас от Эры. И у Эры Unstoppable. 6-0 у Эры. 1900 на руках, а значит, Аганим уже не за горами. Да, такими темпами, я думаю, минут 5 еще до Аганима и... Если на 17-й, 20, ну, пускай до 20-й минуты появится Аганим, то у команды NIP будет нереальное преимущество перед своими соперниками. Тини отправляется на топ. Сюда прилетает Клок. Тини врывается. Дает рассказ по клинцу. Агрит на себя Тини. Уходит ли отсюда Иллидан? Иллидана просветили? Нет, Иллидан отсюда не уходит. А что Тини? Тини у нас будет гнаться дальше за Фобосом. Фобос здесь, Фобос агрится. Дезвард, и Тини будет стилить фраг. Наверное, правильно делает Эра, потому что лучше все это в одних руках сконцентрировать. Больше шансов на то, что игра будет выиграна. 2500 уже на руках у Тини. И, по-моему, после... Нет, после ничего. Просто 2500 у Тиника имеется. Было 1800 недавно, 700 по голде за этот файт зарабатывается. Ну и пошел нападать на мага Тини, как я понимаю. Да, увидел он мага, но очень поздно. Пробежал маг мимо. Понял, что гнаться за этим трамваем нет смысла и... Надо отправляться уже к себе на половину своей карты. Что здесь делает Лил? Лил планирует вардить или девардить? Пока что непонятно. Лил собирается убивать чужого курьера. Но вовремя сориентировалась команда NIP. И курьера законтролили. Отправили в темный-темный лес. Ну, Лил, в принципе, опрометчивый шаг делал. Если бы здесь кто-то был из игроков команды NIP, то разговор бы с Лилом был невероятно короткий. У Хейнскина уже появляется мека. У Вайпера что у нас есть? У Вайпера имеется баклер. И куда этот баклер? Это будет две меки на карманду? Или лимп остановится на данном артефакте? Непонятно. Клинц мог бы, в принципе, Чена через медальон соло разобрать. Так, здесь у нас выход от Лила. Ульта. Ульта аппарата в кого? По лимпу не попадает ульта аппарата. Вообще ни по кому она не попадает. Дезвард ставится
от команды NIP. По Фобосу полный дезвард выстреливает. Лимп на лоу хп. И, разумеется, Фобос тоже на лоу хп. Фобос не уходит отсюда. Дезвард на максимум. Просто на максимум. Маг здесь без маны. Маг готов драться. Но маг драться не может. Минус 4. Одного Чена, одного хендскина разменяли на четверых игроков команды Asus Polar. Мейн игроков, главных. Кор-герои. Саппорты, которые не должны умирать. Ромищи, ребята. Все, кроме аппарата. Самого бедного игрока команды Asus Polar здесь в лесу и остались. По экономике это полнейший провал. По экспириенсу видим 7,5, даже больше. И по голде 5000, еще немножко больше. Топим за Asus Polar, но, конечно, как бы мне не хотелось, шансов, мне кажется, у данного коллектива мало. Под вардом пробежал у нас Иллидан, его видит Силкит, он даже не палится, что видит его. Эра у нас как будто просто так гуляет по лесу. Очень круто, по-моему, играет команда NIP, но мне кажется, Иллидан понял, о чем речь. Драться он там не собирается и вообще нет смысла. Что у нас по Вижену? По Вижену пока что сентриков нет. Вот есть сентрик. Сейчас по нему, скорее всего, Иллидан пробегает. Да, Иллидан пробегает. Поймали Иллидана. Иллидан в когах. Я думаю, Иллидан здесь и останется. Да, через коги, через батарея Саут. Иллидан рассыпался. Непонятно было Иллидану со старта, почему его бьют. А после того, как он понял, драться уже не было смысла, потому что Иллидан 3 секунды как в таверне оказался. Пробежал здесь по варду, пробежал здесь. И самое интересное, как команда NIP заманивала Иллидана туда. Никто не атаковал его, никто не делал по уходящему из радиуса варда Иллидану тычки. Я говорю о касках. Каски не были проюзаны, не был проюзан дезвард. Просто подождали, знали, что как-то будет довозвращаться. Ну и здесь не сплоховал у нас Йонасом Фан и развалил у нас Иллидана за считанные секунды. Опять же, это без блейдмейла. Это просто через батарея Саут, через коги и через хукшот. Прилетает сюда ульта аппаратов фуловых NIP. Ниндзи вообще не страдают. Но разве что от этого самого ульта аппарата и просели по хп. А так были, в принципе, все фуловые. По аурам всего достаточно. Аура у Чена, аура Регена есть ли здесь. Нет, ауры Регена здесь нет, но в любом случае хилится команда NIP должным образом. Эра забирает еще и тауэр. У Эры все, у Эры собранный аганим. 19-я минута, у него дагер, у него ПТ, у него Аегис, у него Point Booster. Ну и понятно, три остальных артефакта. Агрит у нас Эру на себя Акс. Эра не проседает вообще по ХП. Если Эвеленш есть тос, подбрасывает вверх у нас Иллидана, еще один удар. Так, Иллидан по-прежнему живет. Может быть, есть смысл законтрить здесь Эру. Пытаются застопить Эру. Его он отправляет на базу. Хотел отправить на базу его Чен. В итоге Эра теряет Аегис. Сейчас Эра организует встание и Ди. Врывается в толпу. Ловит моментально Сайленс. Пока что Кэрри Аганим не летит. Но потеряли Аегис. Аегис разменяли на мага и... А, не просто Аегис разменяли на мага. Убили Вич-доктора и убили Чена. Это уже хорошо. 1 в 4, точнее, подрались Asus Polar и отбили по денежкам порядка 3000. Это уже очень и очень хорошо. У NIP дела шли прекрасно, теперь немного паскуднее станет экономика. 11 тысяч было преимущество, сейчас меньше 8, и по голде тоже должно примерно опуститься. У Эры наконец-то появляется аганим, Эра начинает фармить эншентов. Опять по вардам бегает Иллидан. Хорошо, что здесь нет Вижена. Иллидан уже один раз попался, хотя не знаю, понял ли он, что пробежался по вардам в лесу вражеском. Мне пока непонятно, ну, возможно. Возможно, и понял, но судя по тому, что он здесь, ну, понимает команда. Понимает команда NIP, что здесь что-то не так, что кто-то на одинокого зашел и здесь крысит фраги, крысит экспу. Моментально хендскин проюзал у нас просветку. И Иллидан понимает, что не туда зашел. Короче говоря, Иллидан по всем фронтам сегодня неудачно выступает. Не то, что не все не получается. Мало что вообще получается у нас у Иллидана. Во-первых, 5 смертей. И смерти вовсе не обязательные. Во-вторых, всего 4 убийства на 22-й минуте.
Да и вообще, Asus Polar всего-то 12 человек убили. Это за 21 минуту маловато. У Фобоса тем временем появляется Юл. Хо-хо. Давно я такого не видел. У Скайрос Мага на форстав немного денег осталось насобирать у Мага. Тем временем урна Брасер. Ничего в курице у... У Иллидана просто ничего. В Иллидана врывается у нас Клокверк. И Иллидан, скорее всего, отсюда не ходит. Здесь на всякий случай приходит Кентавр. И Иллидан рассыпается. Маг тоже здесь получает Вайпер Страйк. Отсюда не уходит. 2 в 0 подрались. NIP забирают Тавр по миду. Есть еще Тавр внизу. Очень сильно битый. Ну или, может быть, на Т1 отправятся по топу. А может быть, пойдут на Т3. А почему не пойти? В принципе, все для этого имеется. Кентавры есть. Танковать есть кому. А отбиваться непонятно чем. Здесь Акс есть. Но Акс разве что в бок может удачно зайти. Но Аксу надо загреть на себя всех, кого только можно. У него нет Блейдмейла. Загрит он на себя всех. И что дальше делать? Мистик Флеер туда второго левела. Ну, может быть. Может быть, получится. Надо пробовать в любом случае, потому что падает мид. Мид падает вообще безапелляционно. Но переждали. Переждали, появились все игроки команды Asus Polar и NIP. Сейвово сыграли, ушли. Так, здесь Фобос. Фобос бьется об Коги. Поднимает у нас ветра Клокверка Фобос. И погоня смысла, по-моему, не имеет. Но здесь приходит маг в бок команде. А NIP загрели на себя силки. Да, силки погибает. Значит, уже не будет дезварда. Скорее всего, маг умрет. Здесь лимп примерзнет. Примерзает у нас лимп, Акс убивает у нас курьера, как я понимаю. Да, Акс у нас прибивает курьера, и Квиллинг Блейд потратил в него. Но при этом умирает у нас Фобос, и все, кроме Иллидана, умерли. Иллидан кое-как на ноги отсюда валит. Ну, хорошо ли это, плохо ли это? Твоя команда вчетвером умирает. Наверное, Иллидан... я вообще имею в виду для команды, ни в коем случае не флеймлю Иллидана. Плохо это для команды Asus Polar 100%. Иллидан вроде бы жив, но 4 игрока команды... Полярных ребят отправились в таверну. 29-14 по экономике. 10+, 10+. Товара падают, бараки падают. Товара, точнее, давно уже упали. Ульта пошла у нас от аппарата. Отсюда делает блинкаут. Ой, кстати, какая крутая ульта у нас отлила. Эра здесь, эра. Эвеланж на всякий случай в мага бросил. И этот случай оказался не всяким, а конкретным вполне. Забрали у нас... Забрали у нас одного Клокверка, но при этом потеряли весь мид. И бараки лежат, и тауэров нет, и, короче говоря, мид явно провален. Так, давайте по артефактам, если есть время, у нас пробежимся. У аппарата просто в ХП 2 брасерка выкуплено. Клинс, на котором Иллидан отыгрывает, купил себе Митрил Хаммер. Будет выход в БКБ. Иллидану мало. Иллидан хочет по-прежнему подраться в лесу. Иллидан украл крипа. У Чена отомстил за всю печаль, которую он ему... предоставил немного ранее, забрал крипа, съел и убежал. Ну а чё, скилл есть, надо юзать. Фобос выходит у нас на Т1, сюда прилетает и ракета от Клокерка. Где Клок? Клок здесь, Клок готов, если что, врываться уже. Йонас Омфан, в принципе, врывается у нас везде, всюду, куда только можно. Будет ли врыв на Иллидана? Да, Иллидан опять попадает у нас... в Коги. Форстафи от себя вперед. Йонас Умфан. Мистик Флэр по спине Клокверку. Сюда прилетает Эра. Эра Годлайк. Эра Бионд Годлайк. Даблкил от... немножко опередил события. Даблкил все-таки от Вайпера. Полары пишут GG. Это действительно GG. Вряд ли это ВП. Но со стороны Непов это точно ВП. А со стороны Полар, конечно... Прогадали по лайнам 100%. Провал Иллидана. Минус один персонаж получился. Илья, который нереально круто отыгрывает на керри персонажах, в итоге оказался бесполезным. Толком ничего не смог сделать. Ну и самое главное, еще и нафидел. 5-11 счет у Иллидана.
Керри, который 11 раз умирает на старте, ну не на старте, а на 25-минутной катке. Это, конечно, проблема. Но есть что обсудить. Asus Polar. Есть что поменять в своей игре. Может быть, подумать комбинации по пику. Какие-то более-менее вменяемые. Узнаю, чем законтрить. И посмотрим, с чем вернуться. Матч совсем скоро. Не переключайтесь. Напомню еще раз. Это студия Игрокам ТВ. У микрофона Друг. Совсем скоро мы с вами услышимся. Да, не проигрывать.